с Покровской заставы. Сегодня день растяжной гимнастики на спортивно-культурном клубе «Вместе». Вы можете обратить внимание о направлениях, кто здесь находится. Здесь молодежь и дети. Вот, занимаются рукопашным боем, в частности. И вот здесь также занятия фехтования на соответствующих этих вещах. Ладно, ты думаешь, что одним дублем писать, что все будет?